Have you guys played Mobile Strike? Arnold said it was good. Shut up! Окей, Мюзикли, походу, самое худшее приложение в мире. В смысле, это вообще законно, что мы смотрим 14-летних детей, которые стараются выглядеть сексуально? Они же даже не поют, они губы открывают под песни. Да! Очевидно же, что это фейк. Представь, что было бы, если бы оно было реалистичным. Если бы приложения были реальны. Два. Супер Марио Ран. Не хочешь поиграть со мной? Я умею бегать, я умею прыгать. Давай. Потрясно, это обойдется тебе в 10 баксов. Да, чё-то как дороговато. Но это же я! Марио. Таймхоп. О нет. Эй, это я, Таймхоп. Эй, сегодня 25 марта. А помнишь, как год назад ты гулял по аллее, и Кейтлин бросила тебя, когда ты фотографируешь эти хлебные палочки? Помнишь? Да. А помнишь, как 5 лет назад ты сфотографировал свою учительницу после того, как случайно назвал ее мамой? Помнишь? А еще, помнишь? Помнишь, как 7 лет назад ты был нашел талантов, перенервничал и наблевал сам на себя? Помнишь? Помнишь? Да, я помню, пожалуйста, уходи. Окей, увидимся завтра, я Таймхоп. Бумеранг. О, эй, а можно мне туда зайти? Мне типа туда нужно. Нет, я застрял в бумеранге. Помогите. Шазам. Песня крутая, ты знаешь название? Нам нужен Шазам, он точно поможет. Окей, слушаю. Ага. Хорошо, окей, слушаю. Ага. Простите, я не могу определить эту песню. Черт подери. Отстойный друг. Бамбл. Так, почему они не говорят? Они могут заговорить с тобой, пока ты не сделаешь выбор. И это намного клевее, чем в Тиндер. Вот этот посередине выглядит мило. Эй, как дела? Наконец-то! Покажешь грудь. Приложение для подсчета калорий. Хлопик 70% твоей дневной нормы углеводов. Хорошо, спасибо. Кстати, ты мне не сказал, что ты ел вчера вечером. Я помню и не хочу, чтобы ты меня стыдил. Да брось, я тебя не стыжу, я же твой друг. Что ты ел? Бутерброд с беконом. На 360 калорий больше, чем тебе нужно в день. Черт, какой же ты кусок дерьма. Что? Что? Вайн. Покемон Го. Пинтерест, фотохостинг по тематикам. Мэри, ты такая шалунья. Нет. А еще мне нравится твоя шляпка. О, божечки, спасибо, я делала ее сама. О, знаешь что, я хочу пришпилить ее к себе на стену. Конечно, я столько времени на нее на самом деле потратила. Такая милая. Завидую. Да, думаю, это было бы так тупо, если бы не были реалистичны. Верно. Энтони? Прямо будто он поет моим голосом. А первую часть можно посмотреть прямо по ссылке на этом видео. А перевела Алена Лопатина, озвучил Виски. Ага. And as always, click the little bell button down below so you can actually see our videos.